Снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем видеоуроки по продакшену в программе Ableton Live 9. Давайте приступим. В предыдущем видеоуроке мы с вами научились работать с one-shot сэмплами, аудиодорожками, рассмотрели интерфейс Ableton Live. Давайте сегодня продолжим знакомство с программой. Главным образом я вам покажу новый вид сэмплов, так называемые лупы, петли. Сейчас давайте послушаем ритм, который у меня получился. Практически тот самый ритм, который я набросал в предыдущем уроке. Если вы хотите получить что-либо другое, не что-то с прямой бочкой, попробуйте подвигать элементы в тактовой сетке в каждом такте. Как видите, уже что-то похожее на хип-хоп ритм. Я, пожалуй, этот пассаж полностью повторю при помощи клавиш Command-D. Давайте из этого сделаем сэмпл, петлю, луп. Для этого я воспользуюсь прекрасной возможностью использовать вот эти вот трамплинчики такие своеобразные. Это функция Punch In, Punch Out, запись всего, что происходит вот в этой рамке, чтобы запись началась отсюда, от этого пункта до вот этого. И сейчас наша задача записать все то, что происходит на трех верхних дорожках. Для этого я воспользуюсь функцией Resampling в меню In-Out. Вот здесь вот она. Я называю это меню коммутации. Здесь нам нужно верхнее меню Resampling. Нажал запись. Обратите внимание, что здесь горит красная кнопка. Это кнопка Arm Record, которую можно перевести в вольном переводе как вооружение дорожки на запись. Если бы я ее не нажал, у нас бы эта запись не произошла. Получившийся внизу сэмпл содержит ровно ту же информацию, что и три верхние аудиодорожки. И еще его можно замечательно легко размножить на несколько тактов сразу же вперед. Да, кстати, насчет навигации. Если я увожу мышь вот сюда, здесь у нас как бы вкратце отображается то, что происходит на наших дорожках. Я вывожу мышь сюда, у нас появляется лупа. И если я зажму левую кнопку мыши и потяну вниз или вверх, мы имеем возможность, и, кстати, вправо-влево тоже работает, мы имеем возможность рассматривать определенные элементы нашей аранжировки. Тот же самый принцип работает и здесь. Тоже вывожу мышь сюда, нажимаю левую кнопку мыши, вниз приближение, вверх отдаление, вправо-влево. Я, соответственно, мотаю влево и вправо вид на амплитуду этого лупа. Верхние аудиодорожки мне уже не нужны. Давайте я их деактивирую при помощи активаторов. Вот что у меня получилось. Итак, мы зашли в свойства этого клипа. И если мы включим функцию loop, у нас получится зацикленный сэмпл, который можно размножить вот таким вот способом. Вывожу мышь сюда, зажимаю левую кнопку мыши и тащу вправо. Смотрите, как легко его можно размножить вплоть до 13 такта или 113, как захотите. Подобные лупы потребуются нам в большом количестве, если мы собираемся писать электронную музыку. Вам тоже потребуется запас сэмплов для экспериментов. Поэтому давайте сейчас я вам дам наводку на один прекраснейший ресурс, который содержит порядка 50 тысяч сэмплов. Заходим в браузер. Нам нужен сайт musicradar.com. Вот заветная вкладка Free Samples. Нажимаем. Бесплатные музыкальные сэмплы. Закачайте лупы,
ударчики и мультисэмплы. Смотрите, внизу у нас богатейший архив в алфавитном порядке, различные жанры. Как только я нажму на что-либо, мы перенесемся на страничку, которая содержит описание этого пака. Мы можем послушать, что содержит этот пак. Весьма интересно. И можно скачать. Вот здесь вот ссылка с указанием размера архива. И вот происходит закачка архива с сэмплами. После того, как вы закачали эту папку, нам необходимо ее добавить в Places. Для этого достаточно нажать на вот эту команду Add Folder, добавить папку. И выбрать нужную вам папку и нажать Open. Соответственно, на Windows это будет происходить в проводнике. Нажимаю Open. И вот папка, которую я добавил. Ну, здесь можно увидеть ее содержимое. И можно прослушать эти сэмплы. Прослушка, она вот здесь вот у нас показывает, соответственно, амплитуду нашего сэмпла. Давайте я добавлю какой-либо луп из этой библиотеки в Ableton Live. Тащу его. Вот он появился. Отпускаю левую кнопку мыши и добавилась аудиодорожка. И такой странный гибридный ритм у меня получился. Луп, который я создал, и луп, который я добавил из некой библиотеки. Я предлагаю вам воспользоваться широчайшими возможностями Ableton Live по редактированию этих лупов. Вы можете определенные моменты лупов вырезать Command X. Далее можете выделять определенные фрагменты и таскать их влево-вправо. И вы, наверное, уже догадываетесь, что это будет своеобразный салат уже из этого лупа. Это будет уже что-то гибридное. Ваш собственный коллаж из лупа. Например, вот что-то у меня получилось, какая-то фраза, которую можно зациклить. Я нажимаю Command-D. И вот что у меня получилось. Также вы можете регулировать свойства каждого кусочка, который вы нарезали, в отдельности. Вот здесь, например, есть регулятор громкости. Обратите внимание, вверху у нас изменяется громкость амплитуды. Также вы можете воспользоваться функцией Transpose. Это транспонирует по полутонам данные сэмплы. Сейчас услышите, что я имею в виду. У них будет меняться тон у всех этих кусочков. И, соответственно, звучание будет меняться. Вот, достаточно интересные возникают эффекты. Призываю вам пользоваться. И моя любимая функция. Вы даже можете перевернуть определенные фрагментики лупов. Клавиша REV. Реверс. Реверс. Что у нас получилось в итоге? Интересные уже пошли эксперименты. В следующем видеоуроке мы с вами рассмотрим автоматизацию. Каким образом можно на лупы, ваншот-сэмплы, на аудиодорожках добавить эффекты, которые будут изменяться в реальном времени. Итак, дорогие друзья, сегодня мы посмотрели один из видеоуроков по продакшену в программе Ableton Live 9. С вами был Дмитрий Вольфрам, школа Пионер, DJ Moscow. До новых встреч!